С приходом весны российский офис марки «Шкода» порадует клиентов привлекательными условиями на покупку автомобилей. Для первых покупателей кроссовера «Karoq» чешский бренд объявляет выгоду до 106 тысяч рублей. Кроме того, заметно увеличилась выгода при покупке «Октавии» и «Суперба». Так, при покупке «Октавии» можно сэкономить без малого 200 тысяч, а выбрав «Суперб» и все 300 тысяч рублей. Не менее интересные предложения действуют для клиентов, которые выберут семейный внедорожник «Кодиак» или практичный лифтбэк «Рапид». По-прежнему можно воспользоваться популярной программой утилизации и «Трейд-ин», которая дает возможность сэкономить до 115 тысяч рублей. Вдобавок покупатели моделей «Октавия» и «Кодиак» смогут рассчитывать на страхование «КАСКО» по 3% тарифу. Тем временем «Шкода Октавия» набирает популярность. Общее количество выпущенных машин уже превысило 7 миллионов. Самая первая «Октавия» вышла больше 60 лет назад, в 1959 году. За полное десятилетие свет увидела 365 тысяч машин. Современная «Октавия» первого поколения, появившаяся четверть века назад, разошлась уже 1,5-миллионным тиражом. В 2004-м чешская марка выпустила второе поколение модели, которое по общему тиражу заметно обошло предшественницу. Наконец, «Октавия» третьей генерации появилась в 2012-м, а в ноябре прошлого года начали выпускать автомобиль четвертого поколения. Новая «Октавия» появится на российском рынке в четвертом квартале 2020 года.